Разбившись на четыре команды, подростки в возрасте от 14 до 18 лет примеряли роли, как принято сейчас говорить, креативщиков. Был такой замечательный человек Макаренко, который говорил, что нет ничего лучшего, как коллективно-творческая деятельность. Соответственно, мы решили, что ребятам в возрасте 14-18 лет нужно давать как потворить, и, соответственно, объединить их вокруг определенной задачи и цели. И я надеюсь, что именно нестандартность мышления, нестандартность предложений, мы просто в какой-то момент я сказала, зачем мы здесь собрались, если вы мне говорите шаблонные решения, стандартные. Хочется нестандартного. Хочется того, что, возможно, еще не придумано, придумается здесь и вами. И такие моменты есть. Четвертый муниципальный лагерь молодежного актива по делу организовывала сама молодежь, кто два года назад принимал участие в первом форуме и на сегодняшний день ведет широкую общественную деятельность. Многие являются членами территориальных советов молодежи. Они стали кураторами форума и помогали студентам проявить себя. Моей задачей являлась функция куратора. Скажем так, функция ангела-хранителя команды, поддержание внутренней атмосферы и направление людей в нашей команде в нужное русло. На второй день пребывания в лагере между командами прошла жеребьевка, в ходе которой каждая из них определилась заданием. Идея для всех была одна – организовать креативное, нестандартное мероприятие. А вот место, время года и тематика командам выпали разные. Команда «На удачу» придумала интересное решение для, казалось бы, банального фестиваля профориентации. Название они ему дали вполне в концепции города Видное. Ленинский район – сад возможностей. Этот фестиваль разделен на три этапа, где ребята узнают о истории Ленинского района, выдающиеся личности расскажут, как они достигли успеха в нашем районе, и напоследок в торжественном зале Дворца спорта пройдет профориентационный фестиваль, где каждое предприятие будет представлять свое дерево, на котором будут висеть продукция, которая производится на предприятии. Командная работа на общее дело – одна из основных задач, которую ставили перед собой организаторы молодежного лагеря. Путем сплоченной деятельности научить ребят общаться, слышать друг друга, уважать чужое мнение и находить интересные решения в обычных условиях. Делаем эти лагеря, чтобы дети могли общаться, чтобы мы могли выявлять общественников хороших сначала, да, тех, кто будет какую-то общественную нагрузку полезную нести, из которых потом с помощью социального так называемого лифта, да, мы будем их приглядывать, присматривать, предлагать где-то учиться, работать, и потом, чтобы они могли остаться в районе, приносить пользу именно району. Оценивать представленные молодежью проекты в лагерь приехали VIP-гости, люди, которые долгие годы занимаются общественной деятельностью и за плечами которых не одно успешно проведенное массовое мероприятие. На их взгляд, все команды задачи справились и все проекты имеют место быть реализованными. Благодаря такому лагерю, да, благодаря такой возможности, да, мне есть чем сравнить, потому что я видела предыдущий лагерь, да, на сегодняшний день проекты намного реальнее, намного продуманнее, да, и их есть большая возможность сегодня воплотить без какой-то поддержки, да, то есть... Дети продумывали все этапы этого проекта, начиная от проекта финансирования до его конечного результата, до конечной цели, что на сегодня, конечно, очень важно. Большую функцию выполняла команда медийщиков. Они освещали лагерную жизнь, фотографировали, снимали видеоролики, размещали информацию в социальных сетях. В завершении лагеря юные представители СМИ показали гостям фильм обо всех проведенных с пользой днях. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.